Этот мост, оказывается, подвесной и выдерживает не больше 30 персон. Блин, страшно. Ой, я не могу, он меня трясет. Ой. Слушай, у меня аж дыхание сперло. Мне страшно. Солнце, не качай меня. Ой, как страшно мне. Блин. Ой. Блин, я пошла отсюда. Красиво, но страшно. Ой. Ой. Такая тишина, как будто в джунгли куда-то попала. Трясется все. Масанчи. Ты узнал, куда идти? Ну, мы правильно идем. Вот люди тоже опилки собирают, как мы собирали для огорода. Так, теперь я развернусь. Вот этот мост, вот ребятки тут селфи свои делают. И у меня уже все, сейчас телефон сядет. Сетки. Много лавочек, хорошо, красиво.